Заседание проходило с участием общественности города. В зале собрались руководители организаций и учреждений, а также средства массовой информации. На повестке дня стоит вопрос разработки проекта «52 выходных дня». Собрание провела методист молодежно-подросткового центра «Самоцветы» Марина Сафонова. По инициативе главы администрации Бориса Владимировича Беляева мы услышали о проекте «52 выходных». Вот он был озабочен о том, а как наши горожане отдыхают, а что они должны в выходной делать. Да? И мы все тоже заразились этой идеей и как бы понимали ее важность, нужность этого. И думаем, что наши жители тоже оценят этот проект и будут не просто как бы участниками выходных, а будут сами участвовать в том, чтобы разработать эти выходные, чтобы идеи принести, может быть, в рабочую группу, да, что вот сейчас мы и делали. Собрание проходило в активном ключе. Присутствующие предлагали свои разнообразные и креативные идеи выходных дней. По словам Марины Николаевны, все идеи были по-своему интересны. Для меня любая идея, вот абсолютно любая идея, это действительно интеллектуальный продукт, над которым думала целая группа. Ну, естественно, надо домысливать. Кто-то просто не смог ее выразить, да, скажем, хорошо. В ближайшее время творческую группу ждет активная и напряженная работа. Для успешной реализации намеченной цели необходимо продолжать начатую работу. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис».